мамы, все, кому не лень, мне твердили каждый божий день, что быть музыкантом — это самое худшее зол. Но, как известно, запретный плод сладок, и я купил себе тромбон и стал играть на нем в колхозном клубе блюзы буги-буги. Пока я пел, пока я играл, все мои друзья пробились в шишки, и каждый стал вместо портвейна пить коньяк и виски. Пока я думал, как мне быть, жена наставила рога, и, обобрав меня, Чаком Белли отъехала в Лас-Вегас. В гневе я поджег свой дом, замел следы и спешно двинул вон. И с кирпичом на шее бросился в ближайший водоем. И вот я синий лежу под мостом, стучу по наковальне молотком, дую в тромбон, а вокруг меня танцуют водолазы.